Совещание проводил исполняющий обязанности главы Александр Новиков. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. К финальной стадии подошли ремонтные работы на тепловых сетях 3-го микрорайона. На этой неделе мы планируем завершить ремонт полностью 3-го микрорайона и тем самым обеспечить готовность инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В связи с резким похолоданием в дошкольных и образовательных учреждениях отопление будет включено 26 сентября. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева рассказала о мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. 28 числа в пятницу в 16:00 в Центре культуры и молодежной политики во втором здании 6-го микрорайона состоится Росатом вместе с Десногорск с молодежью флешмоб. И в 18:00 Центр культуры и молодежной политики 1-й микрорайон мы приглашаем горожан и гостей города на 5-й городской фестиваль творчества пожилых людей «Душой вечной Адлере». Вход свободен. На этой неделе в школах города состоится ряд мероприятий в рамках проекта «Слава Созидателям». 27 сентября в 13:00 встреча с героями видеороликов состоится на базе средней школы номер 3. И 28 сентября в 15:00 встреча пройдет на базе средней школы номер 4. 28 сентября с 10 до 10:30 будет проводиться проверка системы оповещения с включением электрических сирен и передачи речевой информации. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,64%. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.